Здравствуйте! Приветствую всех, кто смотрит канал «Видеоэнциклопедия Кюрасао». Меня зовут Ким Герман Николаевич, я доктор исторических наук, профессор, директор Центра краеведения Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Последние годы профессор кафедры истории Сеульского университета Кунгук. Сегодня я хотел бы продолжить наполнение плейлиста мини-лекции. И прежде чем перейду к теме сегодняшней моей беседы, хотел бы пояснить, почему звучит музыка. Она звучит за окном, и да, скоро начнется ежегодный фестиваль университета Кунгук. Он будет продолжаться здесь 3 дня, и будет довольно шумно, и возможности записать, скажем, более тихой обстановки просто не будет. Так о чем бы я хотел бы сегодня поговорить? Вот. У нас в Казахстане в прошлом году стартовала национальная программа, которая называется «Сакральные места, да, Казахстана». То есть священные места Казахстана, священные места для казахского народа. И этот проект, такой масштабный проект, продолжается, то есть отмечается на карте уже довольно известные, хорошо известные места, как бы с которыми связаны важные исторические события в истории Казахстана, памятник культуры намечается там. И в этой программе проводятся и конференции, и семинары, издаются книги и так далее, и так далее. Так вот, еще 2 момента, которые меня сподвигли сегодня поговорить о, скажем так, сакральных, да, местах корейской диаспоры СНГ. Первое, это вот недавний разговор с моим молодым коллегой из университета Техас. Зовут его Зах Адамс. Он прислал мне проспект своей будущей докторской диссертации. Проспект назывался «Mnemonic Spaces, Museum, Monuments and Memory of Koreans in the Russian Maritimes». То есть вот памятные места корейцев Приморья. И он имел в виду тут музеи, монументы и другие памятные места. Мы с ним поговорили по скайпу более часа, а до этого он приезжал в Сеул, и где-то, по-моему, там месяца полтора тому назад мы здесь беседовали в моем офисе. Мы с ним встречались также и на другой конференции в университете иностранных языков, в университете Тёнбук на открытии, таком громком открытии, значит, центра изучения Кюрасао. Это было в прошлом году. А вспоминается, что он приезжал также и в университет Британской Колумбии, Ванкувер, где у меня была публичная лекция. Несколько лет тому назад, тогда он еще был студентом, потом он магистрантом, вот теперь он приступает к написанию докторской диссертации. И я выразил и благодарность, и радость тому, что вот нашелся человек, который будет изучать эту тему. С другой стороны, я выразил сожаление, что не нашлось у нас молодого исследователя, будь то в Русском Приморье, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск или еще где бы то ни было, могут быть даже и сибирские города, или в Москве, в Петербурге, да и у нас в Средней Азии, ни в Ташкенте, ни в Алма-Ате, никто не удосужился даже подумать об этой теме. Тема «Сакральные места корейской диаспоры СНГ, русскоязычных корейцев или Кюрасао». Второе событие – это
передача праха двух национальных героев Кореи, проживших всю жизнь в Казахстане, скончавшихся в Казахстане. Это просветитель и активист национально-освободительного движения, антияпонского движения, мыслитель, педагог Кебуму. Второй – это, значит, командир партизанского отряда, тоже борец против японцев на русском Дальнем Востоке. Это Ван Унден. Вот прах двух очень уважаемых корейской диаспоры людей были переданы во время государственного визита президента Мун Чжэ Ина. И этот прах будет захоронен здесь, на национальном кладбище. Я так думаю, что если бы еще увезли прах Хомбомдо, то что бы осталось бы в память нам, корейцам Казахстана? Ну, понятно, что с Гибуму и Ван Унденом вопрос этот был согласован с потомками, с детьми этих героев. И плохо или хорошо, что прах передан, ну, судить, возможно, и не нам. Однако то, что память нашу, а с этой памятью связана вся наша история, с этой памятью связана и наш менталитет, с этой памятью связана наша идентичность, нужно хранить, безусловно. И еще одно, видимо, событие, происшедшее, ну, намного раньше, но тоже сравнительно недавно, в Приморье, это, значит, открытие дома музея Чхе Дзя Хёна, посвященное его юбилею. Я запостил, кстати, этот сюжет на канале. И о передаче праха тоже есть видеосюжет. И об открытии, о после реставрации музея российских корейцев в Уссурийске есть тоже сюжет. А вот как раз-таки в этом музее российских корейцев и побывал Зах Адамс в прошлом году. И вот это его потрясло, значит, посещение этого музея, то, что он увидел. То есть музей это на российской территории, называется он музеем российских корейцев. Инициативу проявили изначально российские корейцы, и даже планировал, что это будет музеем всех корейцев СНГ. Но затем это все свернулось только на Россию. Да, а был приобретен там детский сад, старое советское здание. По бывшему Союзу вот собирали материалы, приезжали к нам в Казахстан, консультировались со мной по поводу экспозиции, концепции экспозиции. Безусловно, мое мнение было, что это музей Корёсарам, русскоязычных корейцев. Соответственно, он должен отражать полностью нашу историю, все ее этапы, все ее трагические стороны, все достижения, отметить выдающиеся личности из числа Корёсарам и в образовании, науке, культуре, науке, спорте, независимо от страны проживания, будь то Узбекистан, Казахстан или Украина. Но что на самом деле-то произошло? Мне самому довелось побывать в этом музее, но до реставрации. И тогда я тоже это отметил, что этот музей бы можно было назвать музеем антияпонской борьбы российских корейцев.
Наверное, это было бы более точное название, потому как основной материал, да, материал, скажем, в стендах, там, материал там, в постерах, фотографиях и так далее, это касается этой темы. И в создании этой экспозиции, реставрации этой экспозиции, в оформлении дизайна, значит, во всем этом, безусловно, принимала участие активная южнокорейская сторона. Вот, через фонд Северо-Восточной Азии, других каких-то государственных учреждений, НПО, частных лиц и так далее, и так далее. Безусловно, то, что музей такой есть, хорошо, но есть еще другие разные памятные места, о которых должны мы помнить, о которых должно знать молодое наше поколение. Потому как, еще раз подчеркиваю, народ без памяти – это народ, не народ. То есть Манкуртов превращает, как писал выдающийся писатель Чингис Айтматов. А вот манкуртизм это свойствен, манкуртизм свойствен людям, у которых даже не отнимали эту память, а которые сами ее потеряли или заменили чем-то иным. Так вот, у нас много разных других мест, сакральных, святых, памятных. Они разбросаны по огромной территории СНГ. И вот занимаюсь сейчас видеоэнциклопедии Кориосаром, я постоянно сталкиваюсь с тем, что не могу найти, нет материалов. То есть они, возможно, есть у кого-то в частных коллекциях, может быть, в семейных фотоальбомах, может быть, в библиотеках или в архивах. Но найти просто в интернете – это невозможно. Этого как будто бы и нет. Ну, на самом деле, нужно составлять, видимо, карту. Вот карту, на которой можно было бы отметить эти сакральные места, эти памятные места. И тогда на этой карте будут не только там музеи или памятники. Кстати, Приморье, южные корейцы, начиная от миссионерских церквей и, значит, гражданских разных обществ, фондов и так далее, понаставили уже немало памятников, и эти памятники весьма напоминают памятники, которые здесь, в Корее. Но они мало похожи на, я имею в виду по дизайну, по текстам написанным, на наши памятники. Ну, далеко ходить за этим не надо, да, даже не в глубинку куда-то ехать. В Владивостоке, Синанчон, да, Новокорейская Слободка, или там Уссурийский, или там других еще, местах Хабаровский, да, повсеместно, во всяком случае, уже эти памятники установлены. Так вот, что было, могло быть на карте? На карте могли быть не только эти музеи, а музеи, которые есть в Узбекистане, к примеру, дома-музеи, да, Ким Чон Хва, или музей в Третьем интернационале, да, бывшем
Чилийском районе, Шиелийском районе, Кызылординской области, где председателем был Цайдунхак и его дом-музей. Мне на память приходит квартира, музей, или как есть, скажем, лавка древности, так и была квартира древности корейских, и владелицей этой квартиры была Рита Васильевна Цой, человек уникальный и собравший уникальную коллекцию предметов всевозможных. Она не пускала себе в квартиру, в общем-то, людей, вот, но мне довелось побывать, по-моему, 3 раза, и я воочию знаю, какая это была богатая коллекция. Она приобретала культурно-историческую ценность только тогда, когда было известно, что вот эта вилка или ложкой пользовался, допустим, пользовалась народная артистка там Ли Хамдек, да, или это было ее платье, или там любой другой предмет в ее коллекции был бы просто предметом, если он не связан он с историческими личностями, знаковыми в корейской диаспоре. Хотя, конечно, были ценные и исторические документы, огромное количество фотографий, начиная с дореволюционного, царского периода. И, значит, к 70-летию депортации корейцев в 2006 году, тогда я имел отношение к тому, что газета «Курильбо» еженедельно печатала подборку фотографий из коллекции Риты Васильевны. И у нее еще оставалось большое множество. Так вот, куда теперь эта коллекция подевалась? И даже если она физически сохранилась, но поскольку коллекция не каталогизирована, это просто превратилось, скажем, в кучу предметов, о которых мы не знаем, каким образом она связана с нашей историей. Кроме того, что мы можем понимать, да, там это ступа, которой пользовались там в Приморье, да, там в царские времена или в 20-30-е годы, в советские времена, да. Или что это там лохань какая-то, там деревянная, которая пользуется, или керамический горшок. Не исключено, да, не исключено, что это просто предметы старины. Да, но Рита Васильевна очень хотела создать музей корейцев Казахстана. Я знаю, что у нее хотели приобрести только часть как бы ценных экспонатов для вот музея в Уссурийске. Она отказала. Она хотела либо свой музей, либо она была готова отдать свою коллекцию за значительную сумму денег. И она сказала, что хотела найти деньги, снять полнометражный, может быть, многосерийный документальный фильм о Куресаре. Но так и ничего у нее не приобрели, и она скоропостижно скончалась. Но даже если бы эта коллекция была бы передана в музей или Рите Васильевне дали бы помещение в Алма-Ате какое-то, она смогла бы выставить это. Но это же не значит, что люди бы пошли бы в этот музей. На самом деле Зах Адамс пишет, что в Уссурийске, это ведь небольшой город,
Чтобы местное население в целом, или местные корейцы приходили в музеи, это редкость. Так кто туда? Туда привозят туристов из Южной Кореи. Авто, то есть самолетами и автобусами, да? Сначала самолетами в Владивосток, а потом в Хабаровск, а потом, значит, автобусами. И на этом, в общем-то, так сказать, и держится. Я имею в виду вот эта часть, значит, функциональная. Музеи показывают, знакомят с историей. И, безусловно, южнокорейские туристы видят то, что хотят видеть, и то, что вы им, и то, что им нравится. А именно, да, корейцы не смирились с японским колониальным режимом, они боролись, они воевали. Но музеи – это только одна небольшая, скажем, да, часть вот тех памятных мест. На самом деле, ну, к примеру, это могли быть кладбища корейские повсеместно. Кладбища, там брошенные кладбища на русском Дальнем Востоке. Погост, как говорят по-русски, да, рядом с деревнями. Мы до сих пор не знаем точно локализации корейских деревень в Приморье. Тем более мы не знаем, что вот, локализация хуторов. Ведь корейские села и деревни, в отличие от русских или казачьих, где по планировке это были улицы, да, и по обе улицы, стороны улиц находились дома, огороды там, да. Корейцы селились так же, как в Корее, так вот, скажем, ну, гнездовым каким-то способом, да, не квадратным, но гнездовым, хуторами, да, дом чуть подальше соседей, в разброс как-то. И вот каждый вот этот хутор, где были пятидворки, семидворки, они имели свое название, корейское. И корейцы, я имею в виду наши предки, да, наши дедушки, бабушки и частично родители, они помнили название именно этих хуторов, объединенных в большую деревню. Зачастую названия деревень были даже русские. Было русское село, а вокруг него находились эти хутора. Да? Мы не знаем. У меня есть три рукописные карты. Карта Пасьянского района, Сучанского и Ольгинского района с нанесением там точек, деревень корейских и с указанием количества душ, в том числе и русскоподданных. Это все, что имеется на сегодняшний день. Вот по памятным местам имеется в виду даже деревни, это памятные места, тоже где были деревни, к примеру, да. Может, более-менее мы знаем о Богословенном, поскольку село до сих пор еще живо, и да, вот, там пытаются как-то вот, реконструировать историю села. Недавно, сравнительно недавно, я побывал с группой специалистов, да, у Бастебе, как раз таки Бастебе – это священная земля казахов, казахского племени Жалаиров. Да, но вот именно туда привезли в 1937 году поздней осенью корейцев и бросили у подножия этой горы. И они прозимовали там страшную зиму 37-38 года, потеряв множество людей, умерших от болезней, голода, прежде всего грудных детей и стариков. И со временем, да, там возникло кладбище. Это кладбище большое на склонах этой горы. И ведь что же здесь получилось? Получилось то, что на
священной для казахов горе Бастобе находится корейское кладбище. И если даже посмотреть, вот пройтись по этой кладбище, можно увидеть всю историю корейской диаспоры, другую, да, сколько, да, есть города мертвых, да, кладбища эти, некрополи, в отличие от городов для живых, акрополи, да, и вот можно же видеть, просто видеть, что первые захоронения, те, кто родился еще в Северной Корее, географически Северной Корее, Памгён, да, и надписи там на иероглифике или на хангыле, кресты православные. Затем это переходит уже в написание имен в кириллице, да, красные звезды появляются. Но при этом у каждой могилы есть вот этот низенький столик, где мы в Хансик Чусок и в день смерти проводим чеса. И это отличается сразу от могил русских, немцев, там, поляков или всех других, скажем так, не мусульманских народов. Но исследовали мы это. Да, был молодой исследователь Чан Джунхи, кто приехал после магистратуры Ханьянского университета к нам в Казахстан, и вот полгода стажировался у нас в Центре корееведения Института востоковедения, затем он уехал в Узбекистан. Он написал диссертацию, он ее защитил. Да, именно вот по этой теме материальная культура корейцев Узбекистана, но фокус в одной главе был у него, по-моему, сделан именно на кладбище. Каким-то образом вот эта тема была навеяна мною в наших разговорах. Но что у нас осталось? Остался автореферат. Мы знаем, что автореферат печатает 100 экземпляров. Диссертация, 5 экземпляров переплетенных. К сожалению, глубочайший Чан Джунхи рано скончался. Поэтому вот это все, что мы имеем в исследовании похоронно-поминальной обрядности или корейских кладбищ. Но я как говорил уже, они повсеместно, да. И возникают сейчас эти кладбища. Готовя вот статьи для энциклопедии корейцев Казахстана и для видеоэнциклопедии корейцев Казахстана, я пытался найти фотографии таких вот как бы знаковых зданий. Корейский педагогический институт. Вот где это здание? Ну, первоначально он даже и не был корейским. Он был, как известно, китайско-корейским. Это мы сейчас, так сказать, знаем. Это лишь совсем немногие знают об этом. Все знают, что был корейский пединститут. Да. Затем он оказался в Казарде. Где он в Казарде был? В каком он здании был? Где был корейский театр? Где был корейский театр у нас в Алматы после того, как он ушел из того общего здания, которое делил многие годы с уйгурским театром? Где он был? Мы даже не помним по годам сейчас. Где? А он же был как цирк Шапито. Он сменил там, ну не знаю, множество мест, прежде чем обрел вот здание на Папанино, затем вот сейчас он переехал как бы в новое здание, для себя в новый дом. Надеюсь, это и останется ним. А где было корейское педучилище? Вот Ворошиловское или Уссурийское? Где? Где эти здания? Где эти здания, где были школы корейские? Владивостоке или там Сидими? Кстати, относительно Сидими. Это и, пожалуй, единственная деревня после Благословенной. Благословенная была исследована русскими авторами, а вот Сидими исследуется сейчас, ну не сейчас, уже на протяжении
нескольких лет Юрием Дегаем, который по образованию вовсе не историк и не гуманитарий. И профессиональная деятельность его вовсе не связана с историческими исследованиями, но мы уже, пожалуй, 4 года работаем с ним вместе, в том плане, что он мне присылает, советуется со мной. И это было уже 3 варианта рукописи. Я очень надеюсь, что он все-таки, может быть, в этом году завершит рукопись книги. Книги об одной корейской деревне. Это деревня его предков. Я очень благодарен Юрию за те материалы, присланные мне по селу Благословенному, тому, как он работал через базы данных, да, со многими архивами, библиотеками, интернет-ресурсов и находил много интересных вещей. Почему? Потому что Россия продвинулась намного вперед и опережает по цифровке материалов и архивных, и книг, особенно редких книг. Поэтому вот их можно сейчас и скачивать, и просматривать. И если, скажем, 20 лет тому назад многие книги по истории корейцев на русском Дальнем Востоке были библиографической редкостью, их было очень сложно получить там кому-то, будь то в Бишкеке, в Ташкенте или даже в Москве, или даже в Москве, поскольку есть книги дальневосточного издания. Ну, безусловно, они, скорее всего, хранятся, да, в московских библиотеках, но их не так легко и получить. Что может быть еще, так сказать, вот, отнесено сакральным местам и памятникам культуры? Ну, у меня был вот, например, сюжет про книгофонд древних книг, привезенных в Казахстан. Ну, почему бы и нет? А в целом, вот, то, что я сейчас занимаюсь, уже получается около 7 месяцев этим инициативным проектом «Видеоэнциклопедия Куросарам». На самом деле это большая подготовительная работа к тому, чтобы создать не физический, который редко будут приходить люди, мало будут приходить людей, а виртуальный, дигитальный, онлайновый музей, который будет открыт всему миру 365 дней в году и 24 часа в сутки, и где каждый может войти в него, в любой сразу зал, который его интересует, просмотреть только те экспонаты, которые его интересуют, и материал посмотреть, и сразу выйти, не проходя через другие залы. В далеком уже 1997 году, к 60-летию депортации корейцев, мы тогда еще отмечали депортацию корейцев, я выносил на обсуждение проект создания виртуального музея корейцев Казахстана. И надо сказать, что меня просто не поняли, что это такое. И это непонимание виртуального, дигитального, цифрового, онлайнового музея, она практически осталась до сегодняшнего дня. Так вот,
на мой взгляд, я в этом абсолютно уверен, что сейчас стоит задача именно создания такого музея, онлайнового, а не офлайнового музея. И эта задача выполнима только при консолидированном усилии многих специалистов, и историков, и дизайнеров, художников, фотографов, айтишников и так далее, и так далее. И должны участвовать все корейские диаспоры, да, и Россия, и Узбекистан, и Казахстан, и Украина и так далее –